Значит так, в этом видео я засуну в мясорубку пачку сигарет. Ах да, чуть не забыл, еще я засуну в мясорубку хомячка и мощную гранату. Итак, ребятки, всем привет, с вами, как всегда, я, блогер Серхио, и сегодня у нас крутой научный эксперимент. А точнее, сегодня мы будем издеваться над мясорубкой. По такому случаю я купил сегодня новую электрическую мясорубку. Значит так, в этом видео я засуну в мясорубку сосиску, пластилин Play-Doh и самое интересное, это пачку сигарет. Ах да, чуть не забыл, еще я засуну в мясорубку хомячка и мощную гранату. Настала очередь пачки сигарет. Я купил сигареты Marlboro для этого эксперимента, но сам я не курю и вам не советую, так как это очень вредно. И кстати, кто не курит, ставь лайк, посмотрим сколько нас. Ну что, я достаю сигареты и бросаю их в мясорубку. Смотрим. Ребятки, в итоге мясорубка остановилась, так как ее заклинило, и из нее пошел дым. Она чуть не сгорела. Короче, вывод такой, что никогда не бросайте сигареты в мясорубку. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и на самом деле я сигарета. И теперь вы понимаете, почему я себя так веду, почему я снимаю такие выпуски, и почему живу один. Хотя скажете, Данил, ведь сигареты живут в пачках, по 20 штук, ха-ха, я их все выкурил. Я остался единственной сигаретой из пачки, и теперь, увидев это видео, я хочу мщения, я хочу найти других своих сигарет, и мы вместе возьмемся за оружие, организуем сигаретную армию, и найдем этого Китая Бубага, или Гугага, или Будым-Будым, Бадаш-Будыш, Брр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 r Ну а теперь давайте все-таки поговорим серьезно, ведь я на самом деле сигареты, и нас таких миллиарды. И разве Китай Бугага не боится нас? Разве 139 тысяч человек, которые лайкнули это видео, не боятся нас? Не боятся, что как-нибудь вечером, возвращаясь домой после клуба или магазина с батоном хлеба и мясорубкой, чтобы в очередной раз засунуть пачку сигарет и проверить, что же будет, разве не боится сначала получить легкий ожог в шею, потом легкий ожог в пах, а потом не очнуться и его найдут в ожогах от сигарет по всему телу? Разве вы не боитесь этого? Не задумывались, что мы так можем? Мы сигареты ведь очень хитрые ребята. Вы думаете, вы курите нас и наслаждаетесь? На самом деле вы курите и вдыхаете наших детей, которые впоследствии растут в ваших легких, распространяя наши города. И в конечном итоге вы сами становитесь сигаретой, которую потом будут курить и тоже становиться сигаретами. И это то, что от вас скрывали веками. О май гад! Давайте фоточку на память! Ну а если серьезно, то вам должно быть стыдно, что вы смотрите такие каналы, как Китай Бугага, и лайкаете такие видео, что... Что же будет, если мы засунем пачку сигарет в мясорубку? Идиоты, имбецилы, блин! Ой! Я надеюсь, что вам понравился вот этот бред и безумие, которое я изливаю, поэтому подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайк и распространяйте, чтобы все могли насладиться этим мэднесом. Ну а если не понравилось, то возвращайтесь на три советские буквы к Китаю Бугага. Ну а с вами был, если будет всегда, Данила Рыжкин, самый субъективный и сумасшедший бородач всего Ютуба и всего интернета. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.